Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmon Rustam. Bugungi bizning mehmonimiz Mahmud Rustam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizga ozgina savollarim bor. Birinchi savolim, siz Tojikiston tug'ilgansiz-a? Lekin o'zbek. O'zbek aytaman. Oilangizdan ichki sizlar? Ikki. Akangiz sportda emas-a? Yo'q, endi o'zim uchun. Endi Mahmud Murodov O'zbekiston fuqaroligini oldimi yo'qmi? Ikki haftadan keyin уже pasport olaman. Tabriklayman. Rahmat. Tabrik. Tabriklayman. Yana bitta savol, chempion bo'lish uchun pul kerakmi, yo'qmi? Endi hamma biladilar, то что mani otam invalid. Mani onam uyga o'tirdilar. Rus tilida gapirib bo'ladimi, потому что лучше свои мысли могу изложить. Когда было мне 15 лет, отец попал в автокатастрофу. С того времени мама была в больнице каждый день. У отца. Мы с братом начали работать. Работали и на стройке, и на рынке. В 18 лет уехали в Россию. Подумаю, не в деньгах проблемы. Не в деньгах. Проблемы здесь и здесь. Если человек действительно хочет, он добьется всего. Еще один вопрос. Все успешные люди, они не были богаты. Ага, да-да, с нуля. Конечно. Еще один вопрос. Вот я вижу, да, Букабоксинг, ну как бы бренд. Совместно уже давно? Это отечественный бренд, потому что у меня были в Европе спонсоры, они мне давали экипировку, а сейчас такая возможность появилась, то что узбекский производитель национальный и название национальное. Я горжусь то, что могу в Европе, в Америке участвовать в больших соревнованиях и репрезентовать букабоксинг и показывать, что у нас есть тоже хорошие производители, хорошие вещи. Потому что это первый бренд, который спортивный бренд, который производится в Азии, в Центральной Азии. Aziz vatandoshlar, bir narsani aytib o'taman. Biz ham shartnoma tuzdik Bukaboxing bilan. Yaqinda Sankt-Peterburgda magazinni ochamiz. Еще один вопрос. Mahmud Murodov qachon uylanadi? Часто этот вопрос начинают задавать, но man уже uylanganman. Yo'q, sport это моя жена. Потому что утром, днем, вечером я на тренировках. К сожалению, я еще не нашел ту самую. Всему свое время. Может быть, на следующий год или через два года. Ага. Еще один вопрос. Почему вы как бы в российском турнире не участвуете? То есть у нас есть связь хорошая на М1 Челлендж. У меня тоже есть М1 ACB Fight Night мне предлагают, но у них контракты не те, которые мне нужны. Мне предлагают меньше денег, во-первых. Да, я не говорю то, что я из-за денег делаю или не из-за денег, да, мне нужно зарабатывать деньги. Потому что, которую я жизнью живу, я хочу для своих родителей лучше жить, для себя. И не всю жизнь буду драться, правильно? А в России мне не дают хорошие контракты. Или дают через 2 недели бой, когда я не готов. Да, через 2 недели. Потому что многие соотечественники ездят и проигрывают. Там проходные бои основные. Я хочу попасть в UFC, у меня есть контракт в UFC. Есть контракт, но в данный момент у меня есть контракт в XFL. Очень хороший контракт, который даст мне до конца года 3 боя провести. Я хочу провести 3 боя, потому что все видят, как я с каждым боем басту. 3 боя проведем, а потом уже будем в UFC. Сначала следующий год, середина года проведем первый бой в UFC. Ушта Маслахат, Махмуд Муродовтан. Будущий боец лагеря. Первое. Сядьте, подумайте, если действительно вы этого сами хотите. Именно вот по этой линии пойти по спорту. Готовы ли жертвовать тем, что вот чем я жертвую, потому что многие говорят, почему вот я не женат. Я люблю детей, но, к сожалению, времени нет на это. Никто не сможет жить таким темпом, в каком темпе я живу. Один день в Узбекистане, другой день в Чехии, третий день в Америке. Не каждый сможет это. Второе, уже популярность, слава, жена тоже тяжело будет. Да, да, да. Кому-то вот кто-то хочет, вот побыстрее быть знаменитым. Я никогда не хотел быть знаменитым. Я просто шел за своей мечтой, хотел драться, хотел поднимать наш флаг и прославлять нашу страну, чтобы мои родители, соотечественники были горды за меня. Я надеюсь, они горды. И будем продолжать в таком же темпе. Потом еще не нужно никогда жаловаться, что Ана Мангайох, Ангабор, Йордан Берин. Я никогда в жизни никому не говорю, помогите. Вот многие пишут, помоги мне выйти в Чехии, чтобы я подрался. Я не могу никак ничем никому помочь. И если я буду помогать, я всем помогу.
Я не буду помогать одному, второму. Я в течение 3 лет хочу открыть здесь школы, бесплатные школы единоборств. И будем возить в Европу ребят драться и абсолютно бесплатно. Тем я сам помогу каждому. Не буду помогать вот одному, второму, третьему. Кто будет показывать результат, будем помогать. Просто самое главное, вот совет такой, даю. Никогда не жаловаться. Тебе тяжело, больно. Просто идти за своей целью. Второе, ни у кого никогда не просить и поставить такую команду, которая вот родители, друзья, тренера. Никого больше не слушать. Узбекистанда ММА качан ровжланады? Это вот вопрос не ко мне, это к правительству. Я работаю над этим. Я хочу вот... Мне многие ребята писали на Инстаграм, на Фейсбук, приезжайте в наш город. Я поехал в Бухару, Самарканд и Ташкент. Увидели, вы не знаю, увидели, нет. Более 200-500 людей приходили на встречи. Я очень рад, что приходили. Да, вообще. Да, видел. Бабуля, 80 лет, пришла, задала вопрос. Или старший моего дедушки пришел. Бобо и задавал мне тоже вопросы. Или дети. Вот таких людей вот нам нужно, чтобы не только спортсмены она знали, простые люди. Вот моя цель. И по чуть-чуть мы идем с правильным смером. Я думаю, год, полгода, я думаю, уже нас разрешают. А почему не разрешают? Есть причина? Я не знаю, я не знаю. Потому что во всем мире разрешено. А это, то есть ММА на Олимпийские игры? Нет, сейчас договариваются, чтобы кикбоксинг был на Олимпийском, но не знаю. Понятно. Еще такой острый вопрос. Махмуд Мурадов сколько сейчас зарабатывает? Это для будущих чемпионов, как бы это мотивирует? Зарабатываю. Вы подумайте, сколько чего я теряю. Я теряю здоровье, я теряю время, которое не провожу со своими родными. Все видят то, что они хотят. Не в деньгах сейчас. Если бы я хотел заработать, я подписал с XFN контракт на 10 боев, заработал бы хорошую сумму. Просто я думаю о будущем, я думаю о своих фанатах. Я хочу их порадовать, то, что быть первым человеком в Центральной Азии, кто будет в UFC. Я не хочу только там поучаствовать. Я хочу там действительно заказать, показать, откуда мы, поднять наш там флаг и прославить нашу страну. И я надеюсь, наше правительство увидит то, что ММА в нашей стране, чтобы нужно помогать и чтобы развивался этот спорт. Мне только разрешение нужно, больше ничего не нужно от нашего правительства. Все-таки не ответили. Я не буду отвечать финансовые точки. Это то есть достаточно? Ну, смотря, хватает. Кому-то 5 тысяч хватает, кому-то 100 тысяч хватает. Мне хватает того, что я зарабатываю. Понятно. На такие вопросы я не имею права даже отвечать, у меня в контракте написано на разглашение. Я понял. Еще Мейвезером, как вы знакомы, и вот пару слов. Хороший человек, хороший спортсмен, хороший бизнесмен, он мой босс, он мой друг. Мы с ним вместе тренировались, отдыхали вместе. Только позитивные вещи, и нас ждут большие общие планы, но на следующий год. Дай Бог. Aziz vatandaşlar, savollarni berdim, sizlar bergan savollaringizni berdim do'stlar. Mahmud Murodovga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Вам тоже спасибо. Вот время выделяли. Вот вы меня поймали здесь на тренировке, я постоянно готовлюсь. Хоть у меня здесь отдых. 6 октября вот пройдет у меня следующий бой в Чехии, потом 20 ноября и 27 декабря. 3 боя до конца года проведем. Порадую своих вот соотечественников, болельщиков, а потом уже подписан контракт в UFC. Сейчас можете обещать перед всеми зрителями, да, в следующем году мы вместе будем организовать большой благотворительный для инвалидов или... Ну, если меня позовут, больных. Я всегда стараюсь как бы принимать участие свое везде, когда я в Узбекистане нахожусь, и у меня есть время. Если я здесь буду в данный момент, если не будет подготовки, обязательно я присоединюсь к вам и помогу, чем смогу. Хотим, да, большой такой и концерт. И я хочу кое-что сделать, но давайте оставим на следующий год, проведем три боя. Я потому что не говорю просто так слова, на ветер не бросаю, люди меня знают. Увидите. Хорошо. Всем большое спасибо, что болеете, следите за мной. Спасибо, что вы у меня есть, потому что многие спрашивают мотивация, вы моя мотивация. Я благодарен Всевышнему, то, что у меня есть родители, у меня есть вы, у меня есть моя страна, которая стоит за мной. Иногда хочется отдохнуть, но зная то, что за мной следят, смотрят, не могу расслабляться. Спасибо вам большое. Это не моя победа, это ваша победа. Для вас победа. Спасибо. Всего доброго. Ахмат, нормально?
qandoshlar, Mahmud Murodov bilan bo'lgan intervyularga yo'qdi degan umiddaman. Nima uchun aynan sport, nima uchun aynan MMA yo'nalishi, nima uchun O'zbek Tigers o'g'onlari bilan intervyular, nima uchun vloglar degan savollarga o'z bir urg'u berib o'tmoqchiman. Sport sohasini ko'proq ko'rsatishimni asl sababi va maqsadim bu bizning yoshlar yoshlarimizni sportga jalb qilish. Chunki bizning kelajagimiz, avlodlarimiz sport bilan shug'ullansa, soxtanda sog'lom aql deyishadi. Baquvvat, kuchli bo'lishadi va teran fikrli farzandlar bo'lib yetishadi. Shu tufayli vloglarimda, blogimda intervyular, sportsmenlarni ko'rsatish bilan ozgina o'zim jalb qildim. Yana sizlardan bir kichkina iltimosim bor. Hozir mana shu ekranlarda ko'rib turibsizlar, Murod Xonto'rayevning Instagram sahifasi. Endi Murod Xonto'rayev bilan ham intervyu qilib yoki bir Murod Xonto'rayev bilan bir kun vlog qilib bir kollaboratsiya qilmoqchiman. Sizlarga endi iltimosim, aynan podpischiklarimga, anchadan beri sizlar bilan hamnafas bo'lib kelyapmiz shu sohada menga ham o'zgina qo'llab-quvvatlasanglar, Murod Xonto'rayevning Instagram sahifasiga kirib oxirgi rasmini tagiga Rustam Rahmonovga intervyu bering yoki direktiga kirib intervyu bering deb juda ham ko'p odam yozishsa, albatta Murod Xonto'rayev ham o'zini e'tibordan chetga qoldirmaydi. Endi bu qanday sizlarga tushuntirsam, aynan bir kreativni hech qanaqa hali video bloger bu narsani qilmagan. Bu kreativni yo'nalishda, misol Xonto'rayevni e'tiborini mana shunday qaratsak o'zimizga, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi degan umiddaman. Shu sizlardan bir iltimosim shuki, mana shu Xonto'rayevning Instagram sahifasiga kirib, ozgina vaqtingizni ayamay kirib, mana shunaqangi Rustam Rahmonovga intervyu bering deb direktiga oxirgi rasmini tagiga yozsanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim va Xonto'rayev bilan ham yaxshi bir intervyu yoki vlog olgan bo'lardi. Intervyu olsam ham bo'ladi, chunki o'zingizlarning savollaringizni kommentariyada yozsanglar bo'ladi. Juda ham ko'p savollar bor, aynan sport ishqibozlarida. Azyatskiy medvedga o'zingizlarning savollaringizni kommentariyada qoldirsanglar, shu kommentariyadan savollarni yig'ib olib beraman. Sizlardan обратный связь kutib qolaman do'stlar. O'ylayman, kirib vaqtingizni ayamay yozasizlar, biz ham sizlar uchun harakat qilyapmiz. Sizlar va podpishchiklar auditoriya ham shu paytgacha qo'llab-quvvatlayapsizlar. Yanada qo'llab-quvvatlasanglar, bir-birimizga kerakli bo'lgan materiallarni, foydali bo'lgan materiallarni beramiz. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Shu birlikda do'stlar. Xayr, ko'rishguncha.